Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, вы смотрите «Самарские новости спорта». Ну, я, во-первых, хочу поздороваться со всеми и сказать огромное спасибо. Спасибо, спасибо. Последний раз Андрей Тихонов выходил в Самаре на футбольное поле 9 лет назад, но его до сих пор любят и считают одним из лучших игроков в истории клуба. Теперь он будет радовать болельщиков не своими голами и передачами, а тренерскими навыками. Перед Андреем стоит трудная задача – вернуть команду в премьер-лигу. В прошлом сезоне ему почти удалось сделать это с красноярским Енисеем. Крылья, безусловно, фаворит в первенстве ФНЛ, а потому, говорит тренер, команда будет играть в атакующий футбол. Команда будет, во-первых, играть, чтобы добиваться результата, во-вторых, команда будет пытаться показывать красивый футбол. Потому что мы тренируемся и играем немножко по-другому, допустим, чем играла команда предыдущая. Поэтому мы будем стараться, и та команда, в которой я работал, показывала довольно-таки приличный футбол. Начинать работу Андрею придется с налаживания игровых связей, ведь состав обновился наполовину. Клуб пополнили молодые перспективные игроки. Среди новичков есть уже и знакомые лица. Денис Ткачук возвращал крылья в элиту в сезоне 14-15 годов. Тогда его 13 голов в 29 матчах помогли занять первое место. Сам Денис обещает, что приложит все силы, чтобы и будущий сезон стал таким же успешным. Я думаю, что я здесь, все довольны, я доволен, моя семья довольна. Я думаю, мы будем радовать болельщиков, и будет на трибунах много людей. Поменялся у клуба не только состав. В этом сезоне игроки будут выходить на поле в новой форме. Цвета остались традиционными, другим стал дизайн. Свой имидж сменил талисман команды «Лютик». Клубы уверены, изменения пойдут только на пользу. А когда закончилось знакомство со всеми составляющими будущего сезона, болельщики смогли пополнить свои коллекции автографами новичков и фотографиями с ними. Посмотреть же на новые крылья в деле можно будет уже в эту субботу. На стадионе «Металлург» волжане примут луч энергию из Владивостока. Начало матча в 19 часов. Это все новости к этому часу. Больших побед вам. Удачи!